10 000 и всего один забег остался. В это время наш Бескудников Олег зазнался. Я, говорит, болен бюллетенью, нету сил, и сгинул. Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол. Я ж на длинной, на дистанции помру, не охну. Пробегу, быть может, только первый круг и сдохну. Но сурово эдак тренер мне, мол, надо, Федя. Главное дело, чтобы воля, говорит, была к победе. Воля воли, если сил не в проворот, а я увлекся. Я на 10 000 рванул, как на 500, и спекся. Подвела меня, ведь я предупреждал, дыхалка. Пробежал всего 2 круга и упал, а жалко. И наш тренер, экс и вице-чемпион, оруда, не пускать меня велел на стадион, Иуда. Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке. А сегодня он кричит: меняй коньки на санки. Жалко тренера, он тренер неплохой, ну и бог с ним. Я ведь нынче занимаюсь и борьбой, и боксом. Не имею больше я насчет на свой сомнений. Все вдруг стали очень вежливы со мной, и тренер. Он стал боксером, и песня такая про сентиментального